Аниматиан, этого нам еще не хватало. Тян не нужны. Шлюха ебаная. Че, идем на следующий уровень. Я по нему не очень заходит. Ладно. Я, по-моему, зря в предыдущем уровне похвалил это морозное БФГ. Оно хуже даже вот этого козлячего Грена. Ну ничего, он хоть дал мне 500 хп. Это уже неплохо. Черти здесь очень наглые. Это... правда. Броню мне до сих пор не дают нормально с того момента, как я всрал ту легендарную бронь. Ладно. Он его пробил, что ли? Я люблю дробь больше в этой игре. Всякий случай. Теперь можно идти. Не совсем можно. О. Блять. Так, импа мы убили. Атом Рейдж десантника огребли, но мы не знали, что делать просто на самом деле. Я растерялся, я не знаю, что в таких ситуациях делать. Ладно, сейчас разберемся. В принципе, все по тому же. Теперь я знаю, что делать. Теперь нужно просто заминировать все, что возможно здесь. И чем возможно. Сука,
все равно, блядь, пиздец, это реально тяжело как-то вообще. Смотрите-ка вы нахуй, все легендарники, не нужны мне вы тут. Это без вас спокойней. На самом деле, то, что я убил его со второй попытки, это очень даже неплохо. Теперь чик-чили можно было задействовать. Ой, блядь. Он, они могут открывать эту дверь. Это плохо. Мне нечем выстрелить туда. Все это очень плохо. Это очень-очень плохо все. Я не знаю, чем его убивать. Что если... Залоповерт зеленый бы здесь больше пригодился. Не могу выше посмотреть. Давай-ка ты там оставайся. Вот и все. Сиди там, вот и все. Нахуй ты мне нужен здесь. Все, да ля-ля, наебали. Если не можешь выиграть соперника, обмани его. Там разборка у мужиков. Ах ты, блядь. Больно. Там девочки, не ссорьтесь. Блять, я по ошибке применил эту хуйню. Ладно. Не очень экономно. Ах ты, блять, а? Слушай, нихера себе, блядь. Крепкий попался, как демон. Он пережил столько выстрелов, сколько даже обычный козел пережить не может, именуемый рыцарем ада. Блядь, дверь? Ебеняюсь. Испортилось, что я даже не отличить не смог, где вход найти. Здесь что-то было? Никак нет. Там что-то нехорошее я видел. Thank you.
Да, звуки очень плохие. Я уверен, что что-то нехорошее. По-моему, это дает восстановление какое-то. Хотя я могу ошибаться на этот счет. Еще один перчик чили ко мне пришел. Я лучше аккуратно буду. Плазма Герл. Не знаю, как называется она. Тут все бабы плазма Герлы. Ёбаный король. Как в этом инсурденсе. Я точно знаю, заспавнится дерьмо. И тут заспавнится. И тут заспавнится. Это я помню, это я помню. Что бы взять, а? Сука, блядская тварь. Санина. Ебаная. Там легендарная. Да, я угадал. По-моему, Ассолт Капитан. Зря рано кинул. А убил что ли я его, а? Фух. Охуеть. Вот что страх творит. Так, у меня есть огнемет, у меня есть... У меня много чего есть. Что же он мне дал? Он мне дал отличное оружие дальнего боя. Оно и на ближнем неплохое. Так, идем дальше. Опять проблемы. Что-то легендарных дохуя. Это опять его, это, по-моему, его братишка. Что там, посадили нахуй, нет? Блять, 200 брони нахуй просто снесло. Иди к
Тыкай ты нахуй отсюда. Поебал калом. Пошел нахуй. Так. Сейчас посмотрим, чем меня одарил этот тварь. Так. О! Отличное оружие, когда нет альтернатив, но дорогое в плане использования. У меня есть средства менее затратные, скажем так, по ресурсам. И при этом не менее профитные. Пиздец, а. Ну вы там разбирайтесь, мужички. Ободрали как скота просто моментом. И даже не забрать то, что мне принадлежит. Ладно. Хоть ноги унес. Сложная дилемма. Брать мне синюю броню, но фуловую. Либо остаться с легендарной. Но которая все полностью контрит. Не знаю. Я честно не знаю, что делать в такой ситуации. Но я знаю одно. Я знаю, чем я могу контрить все говно, которое сейчас посыпется просто ведрами. Я возьму в руки морозное БФГ и буду просто спамить безбожно, что есть мочи. А какие еще могут быть варианты у нас? Бля, это просто вообще... О, тут еще есть усиление. Мы еще и перчиком чили можем себя приправить. В общем, отжечь получится на все 100. Либо можно из легендарной вот этой пушки поебашить. Она, кстати, тоже хорошо ебашит. На всякий случай лучше себя обезопасить. Тут начнется просто настоящий адовый адок. Пиздатый металл.
Ну что, мы тут все заминировали. Теперь можем приготовились. Раз. Неужели все так быстро сдохло? Я даже не знаю, что там было вообще. Даже мины не понадобились. Ты там сиди, пильщик. До тебя очередь дойдет обязательно. Может быть. Нет, туда не пойду, на этого пильщика. Он мне пизды даст. Вот сейчас начнется пиздец. Нам очень сильно повезло, что здесь нет ничего легендарного. О, блядь, нет? Да ладно. Там ковбой. Там ёбаный в рот ковбой. Слишком много легендарников за один раунд. И он энрейдж. Надеюсь, он оттуда не выйдет. Он вышел. Нет, он не вышел. Я не знаю, чем его убить. С этим. Да ну так. Ух, блять, сука. Это точно плохая идея. Я делаю что-то неправильно. Случайно перчик сожрал. Интересно, а перчик может убить нахуй? Я не хочу этого проверить. Реально имба. Не убил нихуя.
не убила, но потрепала зато. Ну ладно. Идем дальше. Энрейдж броня. Только пистолет-то хоть отдал. Пистолет не отдал, вот же пидорас. Давай же появись. Что мне досталось на этот раз? Так, сгодится. Я правда не понял, что мне дали. Ну, баллиста у меня была. Мы неплохо разжились. Сейчас бы еще хилку хорошую найти, и было бы вообще просто пиздато. Думаете, я вниз пойду? Здесь вниз идти не нужно. Здесь еще одна сфера патронов. Это замечательно. Я могу восполнить все свои запасы. Главное не забыть ее потом забрать. Че, может рискнуть? Я могу на этой сфере, кстати, убить этого пильщика и получить халявную пилу. Легендарным его поебалить. Наглец. Сделали легендарную броню из Enrage, 500 стало. Плохо. Хуёво дело.
Это злая козлятина. Говядина взбесилась. Ты тоже сиди тихо. Вы там заходите, если что. Сука. Блять, их дохуя по КД идут. Тварь ебаная. Очень наглая тварь. Сука, блядь, в жопу залетела. Сука, блядь. Ну он сдох, а это не он сдох. Крепкая сука. Блядство. Уверен, еще проблемы будут тут. Блять, там куча проблем. Суккубус легендарный, блять. Бомбер. Мы нашли наконец-то приключение на свою задницу. Очень плохо.
Меня ободрали как скота. Блять. Это я зря применил, ну да ладно. Блять, там до сих пор проблемы. Пиздец, что тут дохуя их, сколько здесь было вообще? Ладно. Мы живы, по крайней мере. Хоть и огребли. Что-то слишком много легендарных, блядь, за одну карту. Это хуёвый рандом мне попадается, скажу. Так, ладно. Надо забрать патроны мои. Честно заработанные. Где они были тут? Я вот уже не помню. Забыл, где была кружок с легендарными патронами, ну и бесконечными патронами. А, все, я вспомнил, где это. Сейчас, момент. Того, мы неплохо так снаряжены, что можем идти разбираться дальше. Не, я не буду с ним сражаться. Это геморрой, это долго, блядь, рестарты всякие, блядь. Нахуй пошла, мразь. Хорошо, хоть не легендарный архивал. Пиздец был бы, если бы все это ожило. Живучие. Когда есть вот эта разрывная, обычная плазменная винтовка становится просто бесполезной.
куда патроны брать? А вот. Казалось, что там были эффекты легендарные какие-то. Это не что-то легендарное было. Нам сейчас не надо легендарщины. Ты нах. А кто пулял? Он что ли? Там были, блядь, какие-то... Пульки чьи-то ёбнутые. Так. Я слышу мячик черта футболиста. Ты, блядь. Чё, квад, что ли? Так это хекс или как он? Аниматян, что ли? Вот не надо нам аниматян. Я даже не заметил, откуда она появилась. Аниматян, этого нам еще не хватало. Тян не нужны. Шлюха ебаная. БФГ оружие. Залупа конская. Показалось, или там легендарщина опять? Да, там черт легендарный, блядь. Из ниоткуда появляются дополнительные враги, блядь. С одним разбираешься,
Приходит еще кто-то, блядь. Нормально вообще? Память его остается. Ух ты, сука! Почему так дамажит, а? Вроде не было ульты. Что за срань, а? Ощущение, что мне моим же оружием ответили. Это вот очень плохая примета. Если мне могут ответить моим же оружием, значит, уже проблемы. Это плохо. На это у нас нету ресурсов. Ух ты, блядь! Что это за дерьмо, а? Holy shit! Пиздец! Как ёбнуло, так ёбнуло! А это чё такое, блядь, а? Роботы, блядь, хуёботы. Это очень злой имп был. Или чё это, чёрт что ли злой? Но ебашит он очень больно. Пиздец. Опять что ли легендарщина? О нет, это Немезис. Гей. Ладно. Надо что-нибудь более спамабельное взять. Пойдем так, ебашим. Там
Потому что это пиздец. Надеюсь, я не зря задействовал все это. Определенно не зря. Я не знаю, что это за броня. Голубая такая. Но я знаю, что это был очень злой босс какой-то. Я не хочу жадничать и копить что-то. Привет. Вам привет. Сука. Это плохо. У нас еще легендарный ковбой там. Рейдж. Он может сюда прийти. Ну-ка. Спасибо. Теперь я смогу нормально орудовать. Энрич пистолет самое то. Жгучая, блядь, сука. Сильная лава в этих местах. Get off!
еще не хватало там сдохнуть. Мразь наглая, а. Что это такое вообще? Ух ты, блядь! Вот это вещь хорошая. Теперь можно за стенами всякое говно разъебывать. Я не знаю, что это за дерьмище было такое опасное. Блять! Сука! Пидорас! Фроткнутый, блять! Охранник ебаный! Ну да, я бы сюда зашел так или иначе. Вот это сука.
Так, идем дальше разбираться. Так, что у нас дальше? Дальше я не помню уже, куда идти. Так, идем, идем. Что нас ждет дальше? А чё это, ебатни? В принципе, все, что надо, потом разберемся. Убили все равно кого-то. Знаем, что там, кстати. Ух ты, сука, блять, а? Чё ж так дамажит так много, хули, а? Чё это за дерьмо такое было, а? Слишком сильный дамаг, блять, а? Дерьмо ебаное. Сука, блядство какое-то. Чуть не сдох даже. Оно по КД спамило, причем этими прожектайлами самонаводящимися. Ну, уже все, это уже выход с уровня. Конечно, может что-то заспавнить злое. Но не настолько злое, чтобы не было убиваемым. Я же говорил. Да, очень похоже на этот. На место в Скайриме, где Ульфрик сидит. Бревестник. Вот здесь трон поставить. Чё, перед тем как чё за хуйня, я ж засейвился. Так бы проебанил сейчас сейв.
знаю, почему я сейчас это взял. Там подляна будет.